25 марта в столице региона стартует Кубок губернатора Ненецкого округа по хоккею. В турнире традиционно примут участие 4 команды – «Башнефть-Полюс», «Лукойл-Коми», «Роснефть-Северная нефть» и сборная «НАО». Уже 23 марта в столице региона начнут прибывать команды участниц ледовых баталий. По задумке организаторов, вечером 24 марта «Башнефть-Полюс» проведет мастер-класс по хоккею для воспитанников Ледового дворца спорта «Труд». И уже в пятницу 25 марта всех любителей хоккея ждет открытие и первые игры. Откроют кубок встреча «Башнефть» и «Лукойл-Коми». Следом на ледовое поле выйдут команды «Сборная НАО» и «Северная нефть». 26 марта пройдет второй день соревнований. 27 марта в воскресенье в завершающих встречах определятся победители и призеры кубка. После игр всех зрителей ждут показательные выступления фигуристов. В 15:30 пройдет церемония награждения. Для всех любителей фигурного катания организаторы приготовили сюрпризы. В столицу Ненецкого округа приедут известные спортсмены-чемпионы. Среди них прославленная российская фигуристка, выступающая в одиночном катании, чемпионка мира 2015 Елизавета Туктамышева, а также Елена Иоанович и Надарий Майсурадзе, представляющие парное фигурное катание. Сюрпризы будут и для болельщиков хоккея. Во время каждой игры мы в перерывах будем проводить различные викторины. И главным призом этих викторин будет приз. Это клюшка профессиональная, хорошая, дорогая. Мы постараемся на каждой клюшке, чтобы были автографы игроков команд, присутствующих у нас на турнире. Организаторы ожидают очень зрелищного и красивого турнира и приглашают всех болельщиков и зрителей окунуться в атмосферу ледовых баталий.